друзья, следующее дело. Золотая бабочка. Опять мы стали свидетелями случившейся неприятности с одной из городских женщин. Мы сейчас находимся в офисе по расследованию убийств. Напарнику Коула поступил звонок о новом деле. Белая женщина. Белая женщина убита где-то неподалеку. Вот, и сейчас мы отправляемся на новое дело, на новое место преступления. Значит, первоначальная цель у нас — исследовать место убийства. Ну что ж, погнали. Так, куда он? Налево повернет, да? Это какой-то специальный выход, видимо, для служителей правопорядка. А что, можно полицейскую сесть, например? Ну ладно, не будем. Наш, наверное, все-таки будет побыстрее. Так, задание сейчас будет диспетчер нам передавать. Возьмемся за парочку. Вот, потому что нам нужно 40 убить. Обратите внимание, кстати, зебры здесь нет. В городе здесь просто выделены полосы для пешеходов. Ну опять через тоннель нам предстоит проехать. Отлично, дорога вроде достаточно свободная. Ага, это над тоннелем даже где-то находится все. Ладно, сейчас разберемся. Блин, хотел меня подрезать, ублюдок. Так, нужно будет заехать сюда, видимо, на холм. Оп! Прям как точно. Чё-то в этот раз он возмущается очень сильно. Сейчас достану гаечные ключи, тресну ему. Так, давайте-ка. Нет. Явно не сюда. Да ёшкин кот, куда они прут-то все? Идиот, блин. Слов нет. Так, вот какая-то дорожка. Вот, наверное, здесь мы сейчас проедем. Вот, место преступления, отлично. Репортеры уже здесь. Итак, место убийства. Все пристают... капитану с вопросом. Он говорит, что все ответы на вопросы будут после будут на пресс-конференции после вскрытия. Есть ли связь между этим убийством и убийством Селин Генри? Ребята, спокойней. Все расследуем, мы все вам расскажем. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take the life of the city of Angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do. Все, уходите, ребята, дайте офицерам поработать. Это про нас. Что у нас, капитан? Another woman sacrificed. Еще одна женщина убита. Поговорите с Каратерсом. Караторс — это судмедэксперт. Так, стоп. Так, кто? Ты был первый на месте? Ну, давай, поговорим. Так, первый сообщил. Ладно, сейчас пройдем за ним. Там нужно... с экспертом сейчас перетереть по поводу этого убийства.
Can't be much help to you, Phelps. Сделаем. Так, вот он. Коронер наш. Ну, здравствуй, дядя. Similar remote. To what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack of lost chapter. You a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to be about reopening closed cases. Talk me through it now. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. Много лобковых волос. Опять женщина раздета. At a glance, I would say strangulation. Опять следы ботинок. Ее били. Angry boyfriend. They were married. They'd be at home. Зазлившийся бойфренд сразу кидает версию наш напарник. Не возражайте, если я исследую тело. Да ради бога, можно даже потрогать, говорит наш коронер. Так. Дяденька, давайте посмотрим, что тут. Да, ногами я тут сильно лупасили. Так, ну давайте следы. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Так, такие же следы тоже были следы на... Похожие следы были на теле Селин Генри. Вот, то есть схожесть действительно какая-то есть. Так, это что такое? Очень интересно. Так, вот на шее у нее вообще ад. Так. А можно на шею? Так, ну вот, наверное, про шею, может быть, и говорили. Ладно. Так, давайте-ка руки позырим. Еще с руками здесь. Ой, опять кольцо. Cut on the finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement. Четвертый палец. Обручальное кольцо пропало. Блин, да, похоже, прям один в один почти. Только помадой не написано ничего. Так. Looks like she was tied up. Ага. He does it first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Так, она еще часы носила. Тоже, видимо, было ювелирным украшением. Так. Что еще здесь есть? А, вот сумочка, видимо. Так, давайте-ка посмотрим внутренности. Что здесь есть? Хорошо. Деньжата. Дейдре Моллер. Можно пробить это имя. Отлично. Что еще есть? Денежки. Правильно я понимаю? Если мотивом было ограбление, то почему... Почему тогда оставили деньги? Непонятно. Ладно, здесь с сумочкой все, мы закончили. Так, давайте-ка посмотрим следы. R&I says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Gray was reported missing this morning by her husband. А вот отмечен у нас отдельной уликой. Grab the husband, take him downtown and work him over. Could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Ага. Следы. Так, ведут к жертве. Ну ладно. Ладненько. Все, здесь закончили, потому что слышим соответствующую музыку. Посмотрим, давайте, в наш блокнотик. Значит, что мы имеем? Хьюго Моллер. Супруг жертвы. У нас есть к нему вопросы по поводу следов. Ладно, давайте посмотрим, какие у нас зацепочки. Следы от удушья веревкой, пропавшие ювелирные украшения и отпечатки ботинок, мужских ботинок. Что из локации у нас? Только квартира Моллеров. Ну ладно, погнали тогда туда. Все, прыгаем в машину. Спасибо, ребят, до свидания. Наконец-то Кол догадался перелезть через эту веревочку. Вперед.
Да, многовато здесь людей собралось, но хотят увидеть голую женщину, голый труп женщины, по всей видимости. Блин, машина, это не наша, наша вот здесь далековато достаточно припаркована. А вот наш напарничек уже тут как тут ждет нас. Все, погнали. Может, срезать можно? А, ну зачем нам срезать? Нам вообще в другую сторону надо ехать. Так, аккуратненько, аккуратненько. Хочу все-таки практиковать аккуратное вождение. В принципе, нам незачем превышать здесь скорость. Так, давайте на хайвей тогда поедем уже. Так, поворот налево резкий достаточно. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest. Да, может, кто-то сейчас нам... Да ёшкин кот, блин. Машина вообще очень непослушная. Так. Давайте включим сирену. Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? Так, здесь тупичок. Почему же здесь перекрыто? Может быть, когда нас в другой отдел переведут или закончим игру, нам откроют новые локации. Сейчас эту дорогу. Может, она там закрыта постоянно. Черт его знает. Ну, вперед, 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 быстрее. Что-то по рации там передают, но явно не для нас. Так, предлагаю срезать.